дорога на Шайтан-Мердвен из Родникового. Мы движемся, поднимаемся по очень живописной тропе. Много веков назад эта дорога, тележная дорога, была проложена по западному склону горы Карадаг. Вот здесь вот она. Вот это вот. Что обозначает Черная гора. Эта гора находится в Байдарской долине. Никакого отношения к вулкану Карадаг в Коктебеле не имеет. Эта дорога была проложена для того, чтобы древние люди, средневековые люди, могли возить товар из Херсонеса через чертову лестницу на южный берег Крыма и обратно. Пользовались этой дорогой вплоть до 1848 года, когда была построена Воронцовская дорога через Байдарский перевал. Ну и после прокладки Воронцовской дороги этот путь пользовался в качестве вьючной тропы, получившей название Капуркайской, от татарских слов «капур» – ворота и «кая» – скала. Если вы будете идти в сторону чертовой лестницы, то слева у вас будет гора Карадаг, а справа ущелье реки Босой, которая берет свое начало где-то у перевала Шайтан-Мердвен и впадает в Чернореченское водохранилище в районе села Родниковое. Вот такая красота вокруг. Там скалы. А внизу журчит речка Боса.